Неподалеку от некогда функционировавшего причала Алтайская бухта уютно расположилась одноименная база отдыха. Последние дни лета, встречающая своих гостей пустыми домиками, спокойным шуршанием листьев старых деревьев и почти безлюдным побережьем, своеобразной взлетно-посадочной полосой для тренировок последнего выводка местных уток, обитающих неподалеку в камышах. Сезон отдыха здесь закончился несколько дней назад. Но желающие отдохнуть все же находятся, несмотря на заметно похолодавшие ночи и часто меняющуюся погоду. Меня же сюда привело невыполненное обещание, которое я дал пару лет назад, по большей части самому себе. А пообещал я совершить подъем старыми туристическими тропами советских времен на гору Серебряная, также известную как Башмак или Панорама. Немного позднее, в июле, мы планируем совершить восхождение на гору Башмак. Называется она так из-за своей формы, схожей с башмаком. И это место, известное среди тех, кто застал те времена, это место идеально подходит для тренировки выносливости. Но ни в июле, ни в августе месяце восхождения я туда так и не совершил. И вот спустя каких-то пару лет я, можно сказать, что готов. У меня за спиной рюкзак с небольшим количеством питьевой воды, провизии. И сегодня я буду пробовать подняться вон на ту вершину. Что из этого получится, посмотрим с вами в этом фильме. Погнали! Только начало подъема, буквально первые метры, а мне уже хочется развернуться и топать обратно. Можно посидеть здесь, а потом сказать, что я был там наверху, но нужно показать красивые кадры. Нужно подняться вот на эту горку, а за ней будет подъем на самую верхнюю точку этого башмака, вершину чуть более 950 метров. С рюкзаком подниматься вверх — это то еще увлечение, но ничего, будем пробовать, что-нибудь из этого да получится. Короче говоря, это просто пипец. Вот эта старая тропа туда еле-еле просматривается прямо наверх. Это еще только первая горка, самая низкая. Восхождитель, покоритель вершин, короче говоря, из меня тот еще. Короче, дошел до зарослей можжевельника. Сколько еще топать до верха, не знаю, потому что кажется, что вершина уже вот-вот, а что за ней дальше, еще неизвестно. Но, судя по картам, до самой верхней точки еще
километр и 440 метров. Надеюсь, что дальше подъем будет менее крутой и более пологий. Фух. Ну, виды отсюда открываются просто шикарные. Представляю, что будет наверху. Любование окружающими видами на очередном привале для отдыха придавало немного сил, а миновав первый, самый крутой подъем, восхождение на вершину превратилось в сплошное удовольствие. Идти стало гораздо легче, да и цель похода с каждым шагом становилась все ближе и ближе. Подниматься было жарко. Солнце в последние дни лета будто напоминало о том, что лето еще не отдало свои права. Но при каждой остановке на отдых жара сменялась леденящей прохладой от гуляющего в горах ветра, свист которого вдобавок к шуму работавших внизу самосвалов и экскаваторов нарушал величественное молчание гор. Я думал, горы хранят тишину, а здесь слышимость еще больше, чем в низине. Вот там виднеется верхушка рудника или карьера, где добывают, если я не ошибаюсь, крошку для цемента, который производят здесь неподалеку. Так вот отсюда слышно, как работают трактора, ездят туда-сюда самосвалы, грохочет кузовами. Слышимость здесь обалденная. Богомольчик в горах живет. Зеленый, сразу не увидишь, с травой сливается. Ну вот она, цель уже близка, осталось немножко, кажется, подняться вот по этой хребтинке и вот на эту вершину. Гора Серебряная, Башмак или Панорама, как ее называют в простонародье. Обалденная красота вокруг. Это вот просто, ну, не передать ни на какую камеру, ни на самую современную, ни на самую старую. Это просто нужно быть здесь, находиться здесь и видеть, и слышать, и чувствовать это все. Самому лично. Спустя 3 часа нелегкого восхождения, некогда далекая цель была достигнута. Вдобавок ко всему, теперь у меня сложилось примерное представление того, что из себя представляет подъем в горы. Подъем же на гору Серебряная – действительно хорошая начальная тренировка. В начале восхождения нагрузка максимальная, мышцы ног забиваются моментально, а легкие сердца работают практически на пределе. Подниматься, особенно неподготовленному человеку, очень сложно. Но спустя какое-то время профиль горы меняется на более пологий. Нагрузка уменьшается, и идти становится намного веселее. Впереди уже виднеется цель, до которой рукой подать. Ну вот, наконец-то цель, поставленная 2 года назад, достигнута. Это самая верхняя точка горы Серебряной, которую также называют Панорама или Башмак, высотой чуть более 950 метров. На подъем сюда от Алтайской бухты у меня ушло ровно 3 часа с учетом времени на остановке для того, чтобы отдохнуть, отснять какие-то кадры. Что хочется сказать по поводу подъема? Самая сложная часть – это в начале. Если ее преодолеть, дальше он будет просто легкий и доставлять удовольствие. В начале подъем очень крутой, каменистый, и лично я 10 раз хотел развернуться и спуститься обратно. Но, как вы видите, сейчас я стою на этой вершине. Если смотреть по отношению ко мне, то практически прямо находится Алтайская бухта. По левую руку от меня находится поселок Прибрежный. В этой стороне находится база отдыха «Веселый Роджер». А то место, откуда я пришел, там находится населенный пункт, поселение, село Сажаевка и тот карьер, который вы видели по дороге. Виды здесь просто обалденные и непередаваемые.
Одним из самых приятных моментов любого начинания, подобного сегодняшнему восхождению, является, конечно же, обеденный перерыв. Здесь, на самой вершине в окружении гор с одной стороны и бескрайнего водохранилища с другой, вкус пищи воспринимается совершенно иначе. Сахар становится слаще, еда вкуснее. Вот только объяснить такие метаморфозы я не берусь. Могу лишь предположить, что такое ощущение рисуем мы себе сами, находясь под впечатлением от красоты окружающих нас видов. Но как бы ни было красиво вокруг, обязательно отступает момент, когда с этой красотой нужно прощаться. Такова несладкая правда нашего существования. Казалось бы, человек господствует над всем, обуздал энергию солнца и ветра, научился использовать энергию атома, и даже в космос летает все дальше и дальше. Вот только свобода и время ему никак не поддаются и не принадлежат. И в этом плане звери и птицы, обитающие в этих местах, намного счастливее человека. Ну вот, теперь спускаемся обратно вниз, побывали на вершине. Спускаться надо будет вот по этому хребту. И самый крутой спуск вот там внизу будет. В итоге нужно будет спуститься вот сюда, вот в это место, откуда и поднимались. Словно в награду уставшему путнику, на обратном пути мой взгляд привлекла неприметная струйка чистейшей прозрачной воды, просачивающаяся откуда-то сверху сквозь камни. Как оказалось, это бил из-под горы, с которой я только что спустился, родник с прохладной водой. Естественно, что я не упустил момента немного охладиться. Координаты родника теперь поселились в моем навигаторе. Такие оазисы с живительной водой забывать нельзя. Кто знает, возможно, когда-нибудь я сюда еще вернусь. Да чего хороша водица. В такой жаркий день после спуска с горы это просто божественный источник воды. Ну все, ровно час я внизу перед этой горкой. Еще 20 минут дойти мне до нашего домика, и получается обратный путь составляет 1:20. Это уже практически без всяких остановок. Даже не верится, что я всего час назад был вот здесь вот. Вот та часть подъема, самая сложная, о которой я говорил. Это вот от начала и до сюда. Дальше по хребту уже идти одно удовольствие. Здесь чуть меньше половины пути, общего пути вот это расстояние составляет. Очередной летний сезон на Алтайской бухте подходил к концу. Опустевшие аллеи и домики отдыхали от наплыва курортников. Но лишь до следующего сезона, когда жизнь здесь снова забьет ключом, а лето вновь напомнит о себе обжигающим солнцем и теплой водой Бухтарминского водохранилища. Это лето для большинства немногим отличается от предыдущего, но для меня оно запомнится достигнутой целью и выполненным обещанием, которое я дал пару лет назад, по большей части самому себе.